Куда, куда? Билет где? Здравствуйте. Можно я туда пройду? Там мой муж, пожалуйста, пропустите. Вы сговорились, что ли? Нет, пропустите. Пропустите, это к нам. Быстро, там сейчас у нас номер. Какой номер? Ого, это Кенталу. Ужасно. Просто возмутительно так опаздывать. Еще в такой одежде. Где ваше платье? У меня все с собой. Куда мне пройти? Туда или сюда? Да давайте туда уже. У Алпамыс вообще уже кукуха едет. Ай, ладно, это не мое дело. Стойте! Олемис. Болда Олемис. Мунауда Олемис. Кім бұлардың өзі? Қайтадан көрейін, ана. Не мынау? Астапыралла. Немен неге бақырасың? Неге күтіп алмайсың? Ең болмаса телефон соқпайсың ба? Қайда кеттің, қашан келесің, ешкім білмей. Әй, бір ауыз айтуға болады ғой. Қатты уайымдағандарыңыз көрініп тұр. Уайымдағандарың сонша, тіпті уақытты босқа өткізбегің келген. Не деп кеттің, а? Мынау не? Мына пендірмен менің басымды қатырып жүрсің ғой, а? Енді келіп, жалмай, қызармай, пендірді шұқылап тұрсың келіп. Алжиын дегенсің бе? Алжиын деген. Сен мен емес. Кімді қарап тұрсың? Мені ана жаққа аттандырып жіберіп, өзің көгір көтерейін деген екенсің ғой. Мына қартайған шағымда? Тұра тұр, тұра тұр. Сен не мені қызғанғаның ба? Шал мені қызғанатын болды. Саған сол күлкілі ғой, сонда. Мен Ахметтің қамын ойлап жүрмін. Немерелері бар. Ал кемпірі әлі жоқ. Өзі болса, көптен жалғыз жүр. Ахметтің қамы дейсің бе? Ахметтің өз қамын өз ойласын. Қанжарды іздегенде пәлелей. Ал кемпірді іздегенде неменеге сенен көмек сұрақ қалғаны? Ахмет менің бетіп жүргенімді әлі білмейді. Бұның бәрін менің ойластырып тапқанды да білмейді ол. Не, қаны, көрсетші. Тапқаныңды. Өйтін! Тұра тұр, өй! Аватарды қоймаса болмайды. Мұна жерде екі өміздің түскен суретіміз. Қалай? Дәл осы болады. Айтса да, үйдегілер қайда жүрек кетті. Не бұтырды? Жүрген шығар, қайда жүрушет. Сәулеге тортысы дегенің дұрыс болған. Анаңның көңілінен шыққын келсе торт пісір. Жаңа мақал. Бапыра, а? Шал жүр, үйге кірей. Кешіріңіз. Мен бір кісіні іздеп жүредім. Қара торы келген, көзі бақырайған қасында баласы бар, аты Ержан. Жоқ, көрмедім. Былай-былай біз мұндамыз. Кешіріңіз. Сәлеметсіз бе. Мен жолдасымды іздеп жүредім. Қасында бала бар, Ержан аты. Дұрмен күзім өтіп кетейін. Вкусно. Можно устраивать соревнования, у кого лучше получается. Не-не-не. У меня, знаете, столько опыта. Каждый день и не по одному. Лучше всего он у меня продавался в кофейне. Ой, я совсем забыла. Вот.
тебя же телефон до сих пор выключен. Сделали небольшой ремонт. И еще 3 таких в самых проходимых точках. Это подарок. Как это я не понял? Ну, не только ты творил чудеса с кинжалом. Мы тоже немного волшебники. Ой, пойду к Загипе, там сериал. Я обещала, что мы вместе посмотрим. Отнесу ей кусочек торта. Да, конечно. Скажи, пожалуйста, Влад. Вот. Потеряла? Да, его Ержан зовут. Рядом мужчина был невысокого роста, смугленький, да? Ержан, он мне отдал свой билет. Как отдал? Ержан уступил, но с ним не было никакого мужчины. Не было мужчины? Спасибо. А я забыла. Забыла. Я с тобой. Ақмарал жандайдар қызы. Я не болды шамен. Не болды Жуносов? Жуносов, айтсашы енді. Бірден еліп қалды ма далада? Ақмарал жандайдар қызы, сіз кетіп бара жатсыз ба? Я, неге сұрадың? Сіз болмасаңыз бізге қиын болады. Бәрімізге сізсіз қиын. Қысқасы мен сізге жіберді. Бәрі сізді күтіп отыр. Не туралы айтып тұрсың, Шамиль? Сізді Алматыға ауыстыру туралы рапортқа қол қойды ма? Гәптің бәрі осында екен ғой, е? Ақмарал жанайдар қызы, сіз ауысу туралы арыз берген жоқсыз ғой, е? Денсаулық керек. Денсаулық. Зор байлық. Астыма деген қиын ғой. Айтпақшы, феролыңыз көлікте керек болатын шығар. Ауысқан дұрыс шығар. Оның үстінде 5 жыл қыс сияқты болған жоқ. Павлодардағы да емес әрине. Бірақ сіз болмасаңыз біз қайтеміз. Енді осыған дейін үйтіп-бүйтіп болдық қой. Ақмарал жанайдар қызы, ауызам деп шешім қабылдапсыз ғой. Жоқ, Шамил. Мен жай бір аптаға демалысқа шықтым. Анда-санда маған да демалу керек қой. Бәріміз басқаша ойлап жүрсек, онда кете берейін. Рұқсат па? Лейтенант Жуносов. Рұқсат па, полковник? Рұқсат. Кетпейді екен, қалады екен. Лейтенант Жуносов! Жақсы демалыңыз, шеф. Вкуснятина. Мужики, вы чё, 24-е же только? У нас тут принципиальный спор. Хе, ну не вижу я разницы, вот под шубой или винегрет, на Новый год или на Наурус, весной или зимой, в августе или в сентябре. Не-не-не, ты что это? В Новый год это приобретает особый смысл. Ты что? Смысл? После Нового года на третий день это быстрее съесть. Салат – это выбор. А мы, между прочим, вершители, судьи. Ты тоже скажешь – вершители, судьи. Пойдем кушать. Че, уроки до сих пор делаешь? Твоего Аболтуса со школы не выгнали? Санте Аболтус. Он теперь задание сам домашнее делает. Сегодня показывал. Хвалился. Молодец, молодец. Есть кого. А, я не знаю, как вы, а я вот... Моя стихия. Ох. Губа не дура. Губа не дура. Да-да-да. Давай, стучись, внученька. Короче, ты разговариваешь, я стучу, окей? Окей. Эй, тут! Давай репетицию сделаем. Ну, давай.
Самое главное, в рифму. Больше дадут. Мы подарки вам несем. Наши песенки споем. У Снегурочки с утра новогодних дел гора. Во, это уже хорошо. Все, стучись. Старики, вы чего? Йо-хо-хо! Мы подарки вам несем, нашу песенку споем. У Снегурочки с утра новогодних дел гора. Сегодня ж 24-е только, вы чего? Знают взрослые дети, Дед Мороза нет на свете. Есть маркетинговый ход, когда приходит Дед Мороз. И приходит Новый год. Классная Снегурочка. А, сейчас. Вы откуда такие вообще? Ой, у меня больше нет. Спасибо, о, внученька. Чудного тебе Нового года. Подарок. Подарок, елочка. Спасибо. Чтоб все твои мечты сбывались. Спасибо. А, не чудного, а чудного. Ёлочка, как в детстве. Ой, ёлочка. Мне бы сейчас очень не помешало, чтобы мне везло. Папа! Та-да! Вау! Опа! Это подарок. Ну, открывай. Собачка живая, настоящая! Я люблю тебя, папа! Моя дорогая, я тебя тоже. Это Пинчер. Да. А, я сейчас. Алло. Привет, Даур. Место хорошее нашел. Подскакивай. По цене не ломаются, но поговорить можно. Проходимость, как у Пинчера. По-любому выгодно будет. Нет, Талга, я не могу. Сегодня у меня выходной. И вообще, отпуск. Все, давай. Ура! Ты моя дорогая. Говорят, это будет бомба. А ты искусствоведа такого уровня, иного ждать не приходится. Уверен, надо она удивит нас сегодня в очередной раз. Посмотрим. Новое место на карте столичного бумонда. Вчера говорили, что после окончания аукцион будет. А фуршет будет? Нет, отца, на фуршет мы не останемся. Ясно, понятно, все как всегда. Добрый вечер всем. Сегодня день такой особенный. Я очень волнуюсь. Спасибо вам всем за то, что вы пришли сюда. Я очень долго готовилась к открытию своего антикварного салона и очень надеюсь, что удивлю вас. Аукциона не будет, а экспонаты не будут продаваться. Но каждый из них выбран с любовью. Ну что ж, надеюсь, что вы оцените мои усилия. Пожалуйста, проходите. Добрый вечер. Рада видеть. Спасибо, что пришли. Отлично. Спасибо. На елку, и теперь он сможет повесить свое желание на пушистую красавицу. А нам всем остается только надеяться, что желание Ержана исполнится. Все, ребят, поехали. Все, погнали, отвечать. Поехали, давай.
Людмила Максимовна, подождите. Сверкай огнями, елка, нас на праздник собери, все желания исполни, все мечты осуществи. Все мечты осуществи. А что это у нас с елочкой? Кажется, она замерзла. А давайте ее согреем, она станет теплой. Шикарной, и для этого ее надо зажечь. Потому что чем шикарнее елка, тем теплее на душе. Раз, два, три. А теперь хором. Раз, два, три. Елочка, гори! Балакай! Ершан! Анашым? Митин с дедом. Енді бізде бәрі жақсы болад. Біз бірге боламыз. Ержан! Ләззат! Балам, табылдың ғой. Привет, мам. Едешь? Да, уже в поезде. Ну что, с Акмарал встретились, поговорил? Все поняла, да? Нет, мам. Сынок, ну ты так не переживай. Ну ведь можно что-то. Нет, мам, видимо, не в этот раз. И чудо! Пусть с каждым из вас случится чудо! Мам, я несчастный человек, совершил в очередную глупость. Я неудачник. Мам, знаешь, как трудно говорить, но ну, это все так, как нужно. Я знаю, что ничего уже не будет, и ничего не получится. Но Ахмарал... Ахмарал самый важный человек в моей жизни. Ахмарбек? Thank you.
бәріміз бірге боламыз. Исмаил, захвати ложечку, не в службу, а в дружбу. Официантка. Официантка? Ты что, обиделся, что ли? Я же не об этом. Да не, я про другое. Я тут подумал, есть девушка, живет в Алматы. 17 лет, ищет отца. Мама в Таразе, а она в Алмате. Да. И жизнь у нее непростая. Всегда от нее чего-то хотят. Она бойкая. Прям молодец. От малое. Молодец. Че, новое дело? Новое дело? Да. Официантка. Иди сальники подкрути сначала.